Что у вас с рукой? Не знаю. Началось в Портсмуте, когда нас привезли на погрузку. То дрожит, то проходит. Похоже, вам пора сменить профессию. Это вам больше не подходит. Что? Что? Ничего. Как звали того парня? Ланцо, который все время ходил на руках и распевал о человеке на трапеции. Векио. Векио. Да, Векио, забавный был парень. Помните, он мочился и струей рисовал буквы «В». Векио. И Виктория. Победа. Векио. Он был такой коротышка. Настоящий карлик. Как он попал в рейнджеры? Его как-то ранили в ногу. Он стал ходить на руках. И на руках он ходил быстрее. Даже бегал. Векио. Да. Капарзо. Когда гибнет один из твоих людей, ты говоришь себе, что это было нужно для спасения двух, трех или десятка других жизней.